Дуэль. Тайс, долго так стоять будем? Пошли. Тайс, Тайсон. Пошли. Да пускай понюхается. Да, Тайсон, все нормально. Собака хорошая. А, это хорошая куча. Мы дружим со всеми. У вас взрослый кобель? 4 года. А, нам 8 лет. А, ну вы да. Ну у нас вот у меня еще вторая тут. Лабрадор. Эти колесики какие. Красава. На нас вот накинулась. Разнимали. Да? Хозяйка не может удержать. Они гуляли, две собачки. Вторая была, типа, спаниели, что ли. Я даже издалека и не видела. Мой подбежал. Как-то она кинулась. Да? А лабрадор? На лабрадора она. Он накинулся? Нет, нельзя, вот такая нельзя, же. Сюда нельзя. Нет, здесь таких нет. Здесь это боксер. Это боксер, да, нет. Не, есть одна еще, только молодая, ей 8 месяцев. Это я сына собака, я в четвертом гуляю. А ты не ревнуй. Эй, Тайсон, нельзя. Все, поцеловали, да? Да. Да, он уже привыкший, потому что две собаки большие в доме. Ну хорошо. Пойдем, Тайсик, пошли. Познакомился. Пойдем, Карпюш, пойдем. Хороший кобелек, да, молодец. Беги. Карпюнчик, пойдем. Спасибо.